24 декабря, куры вышли погулять, и петухи тоже. Я их, конечно, попросил выйти погулять, но сегодня снег довольно плотный, вон видно, одна из курочек перелетела, сколько могла, и образовался наст, поэтому куры легко ходят по снегу, не проваливаются, или по снегу. А вот смотрим, петух тоже вроде не проваливается. Хотя немножко побаивается. Боится идти так. Лапы так ставит. Как-то смотрит под ноги. Вышли довольно охотно. Второй раз. Вон он побежал. Так, а некоторые портят имущество. Любители что-нибудь повандализмичать. Так, вот еще одна забрела не туда. Оно полетит или нет? А, да. Давай, лети, лети. 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 Вот так. Их же не боятся ходить по снегу. Просто кошмар. А там, где-то там, далеко, петухи. Остальные смотрят. Высматривают. Где моя Маруся? Арсений Селезнев зверобой. Вот некоторые тут остались. Блять, конечно, это не сильно хорошо, что они так далеко гуляют от курятника. Ну, в принципе, вокруг туалета можно. Опасно. Хищные птицы летают. Сейчас все-таки голодно. Вот еще одна домой. Лыжи навострила. Или это не лыжи? Что там у тебя? Снегоступы или лыжи, а? Курочка. Ну-ка, я отойду. Будет идти по тропинке. Пошло. Пошло дальше. Пошла искать. И там что? Вон там еще одна. Землю едят. Там такое песок с глиной. Супись. Остальные там сидят. И там, по-моему, петух залез и бурчит. Я называю это воет. Вот опять вандализм. Иди отсюда. Гулять. Привычка все портить и ломать. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Куры гуляют по дорожкам. 24 декабря. Скоро праздники. У нас обещают снег. Вот еще одна. Да, да, да. Да, да. Целую неделю обещают снег. Еще одна летунья. Крупная такая. Это, наверное, самая крупная. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!